Десятка должна быть. Ты шир там? Что ли, десятка? Как клапанов на двигателе 11-183. Сколько лошадиной силы? 82 лошадиной силы. Банально простой двигатель. Вообще он под гидрокомпенсаторы там есть места, но почему-то не поставили на этот двигатель. Говорят, прикинь. Сами инженеры АвтоВАЗа, блядь, не понимают этого. Вон, кажется, хуйня в нее скидывал. Так, что у нас? Не очкуешь? Чуть-чуть. Знаем, что делаем. Да тут, ну, блядь, там что-то 5 минут. Все. Ну, 2 эти. Шайбу, что ли? А, шайбу. Самое главное это размеры поймать. Не, ну он микрометр замеряет, то есть ты это листочки по-моему поставил. Кстати, надо было ключ вытащить из зажигания. Зачем? Надо было аккумулятор отрубить еще. Так, вот температуру нашел. Давай. Откручиваем свечи, чтобы не... 16-й какой-то. Чтобы убрать компрессию 4-электродную. Всем рекомендую. Свечник у тебя 16-й. 21-й. Так, скидываем. Часто меняешь ты каждые 5000. Так, должно 0,30 быть, да? Тридцатка.